Всем привет! С вами канал Art Money, и сегодня у нас видеообзор на вот такое вот тесто для лепки Лори. Пластишка. Лепим вместе. Особенности теста: растительные компоненты, не пристает к рукам во время лепки, отвердевает на воздухе, цвета легко смешиваются. Здесь 4 цвета. Здесь у нас красный, синий, светло-зеленый и желтый. Хотя здесь не похож на светло-зеленый, просто на зеленый больше. И также есть еще две коробочки, где есть фиолетовый и голубой цвет. То есть тоже с разными цветами. Так, покупала ее в фикс-прайсе. Стоила она 99 рублей. Так, и давайте посмотрим, что же у нас написано с этой стороны. Сделано в России. Да, кстати, здесь написано то, что здесь в каждой по 80 грамм каждого цвета и возраст от 3 лет. Ну, давайте их посмотрим. Это было очень сложно открыть. Не знаю, зачем сделали по бокам. Лучше бы сделали, чтобы она как-то вот так открывалась. И вот так складываешь эти цвета, чтобы потом в случае чего они не валялись по всему столу, а чтобы опять ребенок их там сложил и так вот закрыл. Чем вот такая. Так, здесь мы видим наши цвета, которые, кстати, мне казалось, что не будут настолько скакать в коробочках. И, кстати, на светло-зеленый здесь, да, не похож. Так, они все запакованы, по всей видимости. Или как они открываются-то? Вот. И все. То есть они легко, кстати, открываются. И также у меня есть весы. Поскольку они все по 80 грамм, я хочу это проверить и взвесить. Действительно это так или нет. Кстати, они пахнут. Пахнет яблоком. 80 грамм. Ну надо же. Так. Ног тебе переломаешь. Во-первых, нету. Нет, тоже яблоком. Надо же. Тоже 80 грамм. Тут, по-моему, по-хорошему можно. Или это двинуть. Опа. 78 грамм. Пожалуйста. 78. Чуть-чуть прям не хватило. То есть все-таки обманывают. Могли бы, в принципе, сделать даже не по 80 грамм, допустим, а по 85. Для человека, например, это было бы интереснее гораздо. Допустим, когда покупаю конструктор с Лубан, там бывает, ну не бывает, а там всегда детали там 5-6 кладут больше. 81. Это поинтересней. Тогда начнем с красного, пожалуй. Так, он довольно, смотрите, мягенький. Такой. Отрывается хорошо. Ну, если его оставить, конечно же, он засохнет. Можно сделать какие-то фигурки, оставить, они засохнут, и потом спокойно с ними играть. Не будет там он расползаться, как пластилин, например.
Здесь, конечно, он нет, наверное. Я не думаю, что он будет пачкать стол. Он раскатывается. Вот, довольно хорошо. Если его, наверное, подержать в руках, погреть, мне кажется, он будет еще мягче. Ну да, в принципе, вот он. Мягенький такой, хорошенький. Хороший был кусочек. Так. Сейчас такой большой стал. А, кстати, да, вот они еще бывает оставляют всякие козявки за собой. Обычно их вот так вот собираю. Тут он тоже немного поставлял. Желтенькие. Кстати, их интересно так отрезают, видимо, наверное. Они идут такими колбасками. Они, кстати, ароматно пахнут, мне нравится. Ну, в принципе, могли бы их и, наверное, побольше сделать. Не знаю, будет ли хватать ребенку такого одной штуки такого цвета, если начать что-то делать, что-то лепить для того, чтобы это потом застыло и с этим играть. Или просто лепить там. Не знаю, как там, что дальше у нас будет. В принципе, вы все это увидите у нас в влогах, как у меня ребенок будет заниматься, развиваться с ними. Моему ребенку 2 года 9 месяцев. Ему такие пластилины очень нравятся. Ну, такие тесто. Кстати, вот тут попал у нас красненький цвет. Ну, там было написано, что он хорошо смешивается. Ну, желтый тоже, кстати, классный. Руки после него пахнут, но руки, знаете, пахнут каким-то яблочком. Таким вот, знаете, зеленым-зеленым яблоком. Зеленый, в принципе, тоже, я думаю, наверное, такой же. Ну-ка, синий тоже такой же. Ну, вот он, в принципе, они все одинаковые. Такие довольно мягенькие, мне понравились они. Я знаю, что бывает пожестче немножечко тесто, но тут мягенькое. Кстати, да, коробочка довольно хорошая. При желании она, конечно, гнется. Так, теперь, наверное, не вытащишь. Ну ладно, так, давайте вот это попробуем, коробочка. То есть, ну, при желании она гнется, но она очень, кстати, плотная. И я думаю, она должна хорошо закрываться наверняка. Так, это желтый у нас. Она должна герметично, я думаю, закрываться даже. Вот, но бывает, кстати, еще у ребенка я заметила то, что этот... Это тесто залазит под ногти, потом там высыхает, или на ногтях высыхает. Ну, по-моему, помыв руки, оно все смывается. Это, кстати, не очень приятно. Более дорогое тесто такое же у нас было. Точно так же, в принципе. Они все, видимо, такие. Вот. Здесь тоже сейчас попробуем. Да, все герметично закрывается. Хорошая такая большая коробочка. А на ней написано 120 миллилитров. Это, наверное, потом, когда у вас тесто там куда-нибудь денется, закончится, вы эту баночку сможете для слаймов, например, использовать, зная, что здесь 120 миллилитров. А, ну или, может быть, просто их еще и продают же, покупают, наверное. И сами же делают. Вот такие вот. Здесь тоже что-то написано вроде. Так, давайте состав посмотрели сами. Состав: вода, пищевые соли, мука, красители, ароматизаторы и консерванты. Сначала подумала, что написано консервы, удивилась. Консерванты. Ну, в принципе, да, наверное, как раз состав прям именно тесто. Мне почему-то казалось, что его называют тестом, потому что оно мягкое.
делают точно так же с какой-нибудь там химией, наверное, как и пластилин. Кстати, остался красненький. Вот, но нет, делается более натуральным. Вот такой у нас был с вами обзор. И следующий у нас будет с вами обзорчик специальной штучки, которая продается в фикс-прайсе, в которой как раз и делаются какие-то разнообразные, не знаю даже, как это еще назвать, я еще коробку толком не рассмотрела, какие-то такие штучки, которыми можно заниматься как раз вот вместе с этим пластилином. Как раз вот в том наборе это все будет, и обязательно смотрите. По возможности оставлю ссылку в конечной заставке и посмотрите. Я думаю, там должно получиться что-то очень интересное и завлекательное. Всем спасибо за просмотр. С вами был канал Art Mania. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, смотрите другие ролики, наши влоги, путешествия. Также обзоры на технику, обзоры на продукты из фикс-прайса, светофор, победы, обзоры на шоколадки, вкусняшки. Вот, и там много всего интересного, даже живопись у нас есть на моем канале. Вот, и всем пока-пока, с вами был канал Art Mania, и ставьте лайки, 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 лайки.